Татуировки с изображением креста являются, пожалуй, одними из самых распространенных и противоречивых. Кто-то считает их религиозными христианскими символами, кто-то откровенно тюремными. Это далеко не всегда так. Давайте рассмотрим. Татуировка с изображением креста на руке несет символ чести, силы и терпения. Если же татуировка с изображением креста на спине, то сам по себе вывод очевиден с явно религиозным евангельским подтекстом. Человек сам несет свой крест, выбирает свой путь и встречает все выпады судьбы, готовым ко всему. И та, и другая – символы для по-настоящему сильных личностей. Татуировка с крестом на шее несет символ как раз противоположный – покорность человека перед своей судьбой. Это не значит, конечно, что символ для слабаков – покорность к судьбе, смирение и осмысленный фатализм, согласитесь, не для слабаков. Но символ этот несет данный смысл именно в мужском варианте, а у женщин же этот символ аналогичен кресту на спине. Татуировка с крестом на пальце – символ скорби по кому-то из близких усопших. Грустный и противоречивый. Можно долго рассуждать, делать ли эту татуировку или нет, но ответ один – это выбор каждого. Дохристианские виды крестов, как правило, несут духовную и религиозную смысловую нагрузку. Так, кельтский крест несет значение духовного развития, связи с солнцем. Последнее неудивительно, ведь он является еще дохристианским религиозным знаком. Латинский крест, будучи католическим символом, означает спасение, воскрешение и вечную жизнь. Нечасто, но религиозный или антирелигиозный, перевернутый крест встречается на тату. В подавляющем большинстве это, конечно, значение символики сатанизма, а также он крайне любим и поклонниками тяжелого металла. Жанр black metal полностью завязан на нем и текстами, и обложками альбомов. В уголовном мире татуировки крестов, сделанных на зоне, имеют не одно значение. Это и отрицание правил тюрьмы, в случаях, когда нанесен на груди, на руке, на плече. И просто сам факт пребывания в тюрьме, на пальцах с дополнительными точками, лучами и так далее. Как видим, татуировки с крестами невероятно разнообразны по значению. Какую из них делать себе? Выбор абсолютно индивидуальный.